Какова ситуация с наполнением фонда сейчас? Не секрет, что в 2020 году были проблемы с денежными средствами, считаем, фонда. Вы в своей речи также затронули вопрос о собираемости, это важный вопрос. Но мы знаем о том, что вы в течение фонд в течение 2020 года объявил юридических, канцелярских и прочих услуг, сопутствующих для сбора средств с граждан на сумму более 100 миллионов рублей. Какой результат вы получили, затратив 100 миллионов рублей по собираемости с граждан средств? Судебная работа фондом ведется с привлечением подрядных организаций в строгом соответствии с 44-м федеральным законом. Соответственно, договорные обязательства исполняются надлежащим образом. Если вы обратили внимание и владеете вопросом, я смотрю, вы видели, да, что фонд капремонт объявляет электронные аукционы и конкурсные мероприятия, вообще все по привлечению подрядных организаций, как для подачи судебных приказов, так и для подачи исковых заявлений. Учитывая, что прошлый год был сложный и суды определенный период времени не работали, фондом за прошлый год было подано 50 тысяч судебных приказов. Соответственно, многие из них находятся сейчас на стадии исполнения. Точную сумму я вам могу сказать позднее, потому что у меня документы в таком кабинете. Вот. И, соответственно, что-то уже исполнено, и денежные средства поступили в котел. Что-то находится на стадии исполнения. Кто-то воспользовался своим правом, судебный приказ отменил. Поэтому в рамках иного контракта, который у нас заключен на подачу исковых заявлений в отношении таких граждан, собственных помещений в квартирных домах, будут поданы соответствующие исковые заявления.